Обзор на твои школьные принадлежности с 1 по 11 класс. С 1 по 4 класс мама покупала нам все сама. Это широкую клетку, а мне надо в узкую. Я что знаю, понапридумывают. Также у всех были вот такие палочки, до сих пор не знаю, что ими делать. Наверное, есть суши. С 5 по 8 класс нам уже хотелось выпендриваться своими школьными принадлежностями. Терка с пандочкой, рот закрой, не завидуй. А у меня карандаш с фиксиками. А у меня тетрадь с мармеладкой. Ну и с 9 по 11 класс нам, в принципе, же все равно, где писать. Новые карандаши мы сразу же теряем и пишем старыми обрубками. Ну а в универе или колледже из принадлежности нам нужна только одна тетрадь, которая будет у тебя 4 года.